Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции, фальсифицировавших доказательства и незаконно привлекавших лиц к уголовной ответственности. По информации Генпрокуратуры, факт был установлен в ходе проведенной проверки в органах внутренних дел Бишкека. Установлено, что сотрудники милиции в целях искусственного улучшения показателей состояния преступности и создания мнимого благополучия борьбы с преступностью во вверенном регионе, злоупотребляя своим должностным положением, подделывали подписи потерпевших и путем фальсификации доказательств по уголовным делам и нераскрытым преступлениям прекращали производство по ним, также заведомо незаконно привлекали невиновных лиц к уголовной ответственности. Так, по результатам проверки в отношении сотрудников ОВД Бишкека возбуждено 77 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями злоупотребления должностным положением, служебный подлог, незаконное освобождение от уголовной ответственности, фальсификация доказательств. Расследование уголовных дел поручено военной прокуратуре и Государственному комитету национальной безопасности.